Когда люди объединяются, победа неизбежна и касается это всех направлений и уровней жизни. Зато Александровск продолжается реализация инклюзивного добровольческого проекта «Энергия добра». Ты все сможешь. Инклюзивный праздник спорта состоялся в Большом Зато. Это результат одного из направлений работы Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения. В учреждении реализуют проект «Энергия добра», участники которого сами воспитанники центра. Спортивное событие развернулось на площадке одного из партнеров социальной программы. У нас антисоревнования, которые просто помогут ребятам быть ближе, взаимодействовать. Мы перемешиваем команды, чтобы они были инклюзивны в направлении. И один другому помогает. Коммуникация. Добровольчество – вот основа работы корпуса «Энергии добра». Дети из комплексного центра, находящиеся в трудной жизненной ситуации через помощь ближнему, сегодня это ребята с ограниченными возможностями здоровья, социализируются сами. Важно, что при этом они не чувствуют своего преимущества, а наоборот всячески поддерживают, включая реальную физическую помощь более слабого. Самое главное правило – это правило на равных. То есть здесь нет побежденных и нет победимых, а есть те, которые, как бы скажем так, вместе, в дружбе ищут волю к победе, спорт, здоровье, здоровый образ жизни. Вот главные постулаты, которые сегодня будут звучать. Спортивный праздник для ребят организован в рамках блока «Жизнь безопасности». Реализация программы инклюзивного волонтерства поддержана проектом «Росмолодежь Гранты».